Здравствуйте, меня зовут Ирина Розанова, и я здесь для тех, которые хотят выучить эстонский язык и погрузиться э, немножко в эстонскую культуру. Сегодня мое видео посвящается такому актеру, как Мерт Аванди. Как вы помните, те, кто видели мое прошлое видео, я делилась э, песней секундика группы Трафик, и там снимались. По-моему, около 30 эстонских культурных деятелей. И один из них был Мер Таванди. Я вам обещала выбрать одного из них и а, рассказать про него. Мер Таванди а, один из моих любимых современных актеров. А, раньше я очень любила Лембита Ульфсака, я до сих пор его люблю. Но, к сожалению, он скончался. А один из моих любимых современных актеров это мэр Таванди. Почему Мэр Таванди? Потому что он очень многогранная личность и талантливый актер театра и кино. Он телеведущий, он юморист, и поэтому э, я с вами сегодня поделюсь четырьма, четырьмя ссылками. Одна ссылка будет на его на трейлер. Фильма Вехкле, где Мэр Таванти играл сыграл главной роли Эндела Нелис. Эндель Нелис был эстонский, то есть в советское время, эстонский фехтовальщик и тренер по фехтованию, который основал первый фехтовальный клуб в Хабсалу. Посмотрите трейлер, и может быть вам захочется посмотреть этот фильм. Вторая ссылка будет на эпизод Тую риккуя». Это такая пародия, комедия. Тую риккуя тую это настроение. Риккуя это портить, то есть тот, кто испортил. То есть тот, кто испортил настроение. И ту я это как Comedy Club или Comedy Woman, кто э, и там они э, шутят, там очень много черного юмора. И э, я поделилась одним эпизодом «Норе Технику. Там Мэр Таванди играет э, старичка, у кого радио не работает. Потом третья, третья ссылка будет на репортаж Парды Ралли. Что такое Парды Ралли? Парди -райли это благотворительное, благотворительное мероприятие в помощь детям, которые болеют раком. Марта Таванди со своей супругой они являются одними из основателей партии Райли. Оно происходит в Кадриорке и, по-моему, уже в шесть лет это проводится, и оно, они основатели, потому что их не старший сын Альберт умер от рака. Помимо этого, мэр Таванди, я его видела в прошлом году на триатлоне Ironman. Мы с дочкой там работали как волонтеры, и это кто не знает, это триатлон, очень тяжелый, с большими дистанциями. И для того, чтобы там участвовать, надо, по-моему, заплатить около 500 евро. Так что это очень мощный, мощный триатлон, и он тоже там участвовал. Что меня удивило, что, по-моему, полгода назад у него было интервью, где он признался, что у него когда-то были проблемы даже с наркотиками. Я все время думала, как это возможно употреблять наркотики и и участвовать на триатлоне он признавался что в связи с депрессией со смертью сына и так далее и я считаю, что это признак большой смелости и очень восхищаюсь им поэтому поэтому я решила именно, с ним поделиться, именно рассказать вам про него. Потом, да, то есть четыре, ссылки. Трейлер на Вехклея, Туюрикуя, Норе Технику, репортаж на Парпи Ралли. И четвертая ссылка – это его короткий трейлер, его стендапа. Стендап, где он шутит, и представляет 40-летних, как в наше время тяжело переписываться, потому что сейчас уже никто не звонит, а все время переписки. То есть там тоже короткий трейлер, но он очень смешной. Поэтому что это вам даст? Это вам даст в первую очередь немножко информации, это даст вам возможность слышать и слушать носителей языка. И познать немного эстонский язык и культуру если вам это понравилось видео смело можете поделиться с теми кому это видео может быть полезным и до новых встреч пока пока